В Японии рис, непригодный для приема в пищу, идет на создание низкоуглеродного пластика. Для этих целей служат злаки, выращенные на плантациях недалеко от города Намиа. Это около 80% земель в районе пока остаются зоной отчуждения. Напомню, Намиа находится всего в нескольких километрах от атомной электростанции Фукусима, где в 2011 году произошел взрыв. Завод по переработке зерен открыли в 2022 году. Рис смешивают с небольшими пластиковыми шариками и нагревают. Затем вытягивают в тонкие палочки. После их перемалывают в мелкие гранулы. Полученное сырье до 70% состоит из риса. Из него производят посуду и другие предметы быта. Специалисты отмечают, несмотря на то, что пластик не является биоразлагаемым, использование риса сокращает количество нефтепродуктов при его изготовлении. Я хотел внести свой вклад в борьбу с пластиковыми отходами. Еще одной причиной была реконструкция Намиэ. Я не знаю, сколько лет потребуется для полного восстановления города от аварии, но я надеюсь, что со временем все станет лучше.